Киеве закрываются все школы и детские сады. Карантин также вводится в лечебных учреждениях. Ограничивается проведение массовых мероприятий. Все эти меры связаны с тяжелой эпидемиологической ситуацией. По информации главного санитарного врача украинской столицы, от гриппа и его осложнений умерли уже 5 жителей города. Число заболевших растет по всей стране, хотя власти Украины пытаются скрыть масштабы происходящего. Так, по официальным данным, в общей сложности скончались 25 человек. Хотя в одной только Донецкой области, на территориях подконтрольных Киеву, прокуратура насчитала более 30 погибших и возбудила уголовное дело о халатности. Выяснилось, что больницы не обеспечены необходимыми препаратами для лечения поступающих пациентов.